В Мурманске в семье сотрудника ГИБДД родилась тройня. Новорожденных уже выписали из больницы, и они сами, и новоиспеченная мама чувствуют себя отлично. Ирина Ремезова поздравила семью с пополнением. Общий вес двух девочек и мальчика при рождении составил 7 килограмм. Несмотря на тесное соседство последние 9 месяцев, сестрички и братик абсолютно здоровы и чувствуют себя прекрасно. Рост у них одинаковый – 46 сантиметров. Родители малюток очень счастливы долгожданному прибавлению в семействе и уже придумали ребятам звучные имена. Мальчика Виктором назовем, а девочек у нас Евгения и Александра. На выходе из перинатального центра новоиспеченную маму и долгожданных первенцев встретил не только отец семейства, старший инспектор ДПС, но и его руководство. Начальник управления ГИБДД по Мурманской области лично поздравил семью со значительным пополнением. Не могу не сказать, что начальником УВД по Мурманской области принято решение о выплате значительной материальной помощи семье нашего сотрудника. Вот. Со своей стороны мы, безусловно, будем оказывать все от нас зависящее, чтобы поддержать эту семью, оказывать всякое содействие, помощь. Тройни рождаются крайне редко, особенно в условиях Крайнего Севера. Обычно такое случается раз в 2-3 года. Однако ровно год назад, в январе 2017-го, еще одна северянка также сразу стала многодетной мамой.